Через год в Иваново приедет олимпийский огонь. Символ Олимпиады пронесут через все областные центры ЦФО. Наш город в их числе. Комитет по физкультуре и спорту предлагает провести церемонию зажжения чаши на площади Пушкина. Факел доверят пронести самым достойным горожанам. Колонна участников эстафеты, вероятнее всего, будет двигаться по следующему маршруту. Знак населенный пункт Иваново, улица Лежневская, Мария Рябинина, 10 августа, проспект Ленина и площадь Пушкина. Стоит отметить, что ровно на один день внимание всего мира будет приковано к Иванову, столице эстафеты Олимпийского огня.